Мир творчества и развлечений в селе Капкайкент Каякенского района после капремонта торжественно открыли Дом культуры. Ему присвоили имя погибшего участника СВО Назима Пашаева. Здесь же прошло открытие мемориальной доски в его честь. Гостям представили концертную программу. Позже они ознакомились с выставкой декоративно-прикладного искусства. Отмечу, капитальный ремонт Дома культуры стал возможен благодаря национальному проекту «Культура».